В ролях Элизабет Шу, Роберт Дави, Адам Болдуин, Иэн МакКелхени и другие. Привет. Куда путь держишь? Я задал тебе вопрос, идиот. Отвечай. Что это? Глядите. Большое спасибо. Оператор Джек Конрой. Продюсер Рик Нейтансон. Автор сценария Дэниел Кнауф. Режиссер Ричард Спенс. Здравствуй, Луис. Только посмотрите на него. Алакран. А где остальные? Их убили. Убили. Только не Гектора. Гектор погиб. Он лжет. Да, он лжет. Кто это сделал? Гринго. Слепой. Он ничего не видел, но метко стрелял, клянусь. У него был младенец. Младенец, да. Этот слепой, который убил Гектора, у которого был младенец. Почему он не убил тебя? Разве я не приказал тебе охранять дорогу, Луис? Мне кажется, что тебе надоело ждать. Что ж... Хорошо. Мне тоже надоело ждать. Правильно, да. Роберто, возьми Койота и Вату и отправляйся в Сан-Педро. Найди Гектора. Отец, по-моему, лучше подождать, он скоро вернется. Мальчишка прав. Военные там засели надолго. Серебро никуда не денется. Им придется его отдать. Разыщи брата. Воды. Воды. Бык, дай ему воды. Видишь, он хочет пить. Да, воды. Спасибо. Спасибо. Нет, нет. Похоже, ему этого мало. Что скажете? Нет. Может быть, он голоден? Нет, не надо. Нет. 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 We'll be right back.
Тебе здесь не место. Уходи, убирайся. Давай. Уйди и больше не возвращайся. Давай. Добрый день. Кому как? Вы не слышали о Лос-Порталесе? Здесь Сан-Педро. Как вы вошли в город? По дороге. Верхом. Вы слепой? Святой отец, мне не хочется наводить пистолет на служителя Божьего. Так что лучше бросьте оружие. Медленно. Как вы догадались, что я священник? Я слышал, как они за вас молились. Сержант! Сержант! Что? Как он проехал в город? Ведь мы не можем выбраться. А как, по-твоему, он проехал? Кто у нас на посту? Стикс и Бичем? Стикс и Бичем? Вот поэтому и проехал. Черт возьми. Что это за шум? Шум? Индейцы говорят, что это боги танцуют танец войны. Похоже, у этих богов есть динамит. Чем могу служить? Принеси виски. И молока. Для ребенка. Молока нет. Ну что, может, выпьешь виски? Виски тоже нет. А сигары у тебя есть? Извините. Что у вас за город такой? Священники ходят с пистолетами. Человеку нельзя ни выпить, ни покурить. Есть мескаль. Из личных запасов. Сойдет. Я ищу город под названием Лос-Порталес. Не слыхал. Гектор. Черт. Это твои покойники? Они прилагались к лошадям. Да ты остряк. Как тебя зовут? А что, ты здесь главный? В этом городе других представителей закона нет. А значит, вы кавалерия. Гастингс, сержант армии США. Да, в мире их полно, правда? Кого? Мерзавцев. Как ты проехал в город? У меня в каньоне стоят часовые. Надо быть поосторожнее, сержант.
Я ищу город под названием Лос-Порталес. Слышали о нем? Вроде нет. Тогда я оставлю этих ребят вам, хорошо? Никуда ты не поедешь, Уилкокс! Хватит! Уилкокс! Я сказала, хватит! Вы ищете Лос-Порталес? Я могу вас туда проводить, если вы нам поможете. Черт возьми, откуда вы знаете, что он не один из них? А вы сами посмотрите, сержант. Вы знаете, кто эти люди, которых вы убили? Не знаю, я не успел их рассмотреть. Это значит 4. Осталось еще 3. Недели 3 назад банда Алакрана загнала Гастингса и его людей в наш город. Из каньона есть только одна дорога, но они ее перекрыли. У нас нет еды, нет лекарств. Да, нет виски, нет молока. Что ему нужно? Серебро. Оказалось, что военные направлялись на монетный двор. Мистер Канан, можно задать вам вопрос? Я почти ослеп во время войны. Вы хорошо справляетесь. Это производит впечатление. Спасибо, доктор. Вы недолюбливаете врачей? Но в мире их полно, не так ли? Я не врач, мистер Канан. Я была медсестрой в армии. Но мне надоело обрабатывать раны и собирать людей по кусочкам. Раньше здесь был мирный городок, и я хочу, чтобы он снова стал мирным. Вы меня понимаете? Это ваш ребенок? Ее мать живет в Лос-Порталесе. Я обещал одному человеку, что отвезу ее туда. Просто дорога затянулась. Это очень маленький городок. Наверное. У вас там родные? Брат? Как ее зовут? Никак. Просто ребенок. Бедняга умер, так и не успев мне сказать. Очень жаль. Да. Жаль, что мне пришлось его убить. Они взяли Стикса! По местам, Билли Джонсон, следите за окном, черт возьми, поживее, по местам. Сержант, они поймали Стикса, черт возьми. Черт, бич им тоже у них. Да, если увидишь, что сможешь подстрелить его, действуй без промедления. Что вам нужно? Ты знаешь, что нам нужно, оно там. Об этом можешь забыть. Передай Алакрану, что это собственность правительства США. Передай Алакрану, что скоро сюда прибудет кавалерийская рота. По меньшей мере, человек 100. По меньшей мере, сотня? Неужели? Хорошо. Кто же их сюда приведет? Посмотрим. Муди? Уокер? Нет, вряд ли. Гент? О'Райли? Пирс? Список длинный, сержант. Мне всех назвать? Ладно. Беннет? Калхун? Заткнись, мальчишка. Все они висят на деревьях. Алакран оставляет их муравьям, воронам и койотам. Хватит играть. Разве эти добрые люди мало пострадали за тебя и твое правительство? Разве они не хотят есть? Сюда ничего не привозят.
Черт. Дорога принадлежит Алакрану. Дорога в Сан-Педро — это дорога в ад. Черт, Роберто! Роберто! Что? Приготовьтесь. По моему приказу. Гектор? Кто это сделал? Раз он умер, вы тоже умрете. Выдайте мне убийцу. Хорошо. Мы будем убивать вас по одному. Последний шанс. Ты меня звал? Господи, я больше никогда не буду пить виски и курить. Брось оружие. Брось, или я убью его. Стойте, прекратить огонь, прекратить, у него один из моих солдат. Брось оружие. Господи, пожалуйста, я больше не буду бегать за шлюхами, играть в карты, пить. Я клянусь, Господи, помоги мне, я не хотел. Поехали отсюда. Попался! Уилкокса подстрелили! Унесите его отсюда, скорее! Сказал. Вы очнулись? Где мои очки? Я убрала их. Дайте мне очки. Где ребенок? Люсиль. С ней все в порядке. Она спит у меня в кабинете. Как вы ее назвали? Люсиль. Я решила, что у нее должно быть имя, мистер Канан. Мне не нравится, похоже на имя какой-нибудь шлюхи. Тогда что вы предлагаете? Предлагаю вам не лезть. В чем дело? Вы боитесь к ней привязаться? Я ничего не боюсь. Да, вполне возможно. Если я захочу дать ей имя, я так и сделаю, поняли? А это точно будет не Люсиль. Она моя... Ваша. Это моя обязанность. Она не обязанность, а ребенок. Ей нужна любовь. Как можно любить, если вы даже не удостоили ее самым простым именем? Если вы не можете ее любить, отдайте ее мне. Я найду того, кто сможет. Вас когда-нибудь бросали? Когда мы отправляемся? Что? Вы обещали проводить меня в Лос-Порталес. Когда мы отправляемся? Вы обещали нам помочь. Мне кажется, я уже вам помог. Evening, ma'am.
Добрый вечер, мэм. Джонсон, корабль «Окно», Франклин к двери. Честно говоря, мне это не нравится. Я же просил. Приходите один. Это мои люди. Оставьте нас. Покараульте снаружи. Есть, сэр. Вы недолюбливаете моих ребят. Один из них вчера чуть не застрелил меня. Это невозможно. У вас был человек на колокольне. Не пытайтесь меня обмануть. Все мои люди были на своих местах. Прошу вас, садитесь. Хотите выпить? Черт, где вы ее раздобыли? Из личных запасов. Как же такому негодяю, как Алакран, удалось загнать в угол опытных ветеранов, сержант? Идите к черту. Сколько у вас здесь серебра? Тонна. И с какой частью вы готовы расстаться? Что? Если я соглашусь поехать за помощью, которая вам необходима. Я же говорил, что этому негодяю нельзя доверять. Он прав, сержант. Полагаю, ему надо выделить вознаграждение. Спасибо. Служить интересам своей страны — это уже вознаграждение, мэм. По-вашему, это смешно? Моей страны? Да, вашей страны, Соединенных Штатов Америки. Сынок, моя страна начинается и заканчивается здесь. А вот твоей стране придется отдать мне 10% заказанной услуги. 10%, 90 килограммов серебра. Понимаете? Кстати, прибавьте к этому коробку сигар. Эту сигару я взял у мертвеца, и она мне уже поднадоела. Даже не думайте об этом, сэр. У меня есть люди, которые готовы... У вас есть люди, но они погибли. Весь ваш полк сейчас гниет на деревьях. У вас одни покойники. Так что соглашайтесь. Или отказывайтесь. Слепой. Откуда ты знаешь, что он слепой? Он что, ходил с палочкой? Нет. У него была кружка для подаяния? Нет, у него не было кружки. На нем были темные очки. Раз на нем были темные очки, ты решил, что он слепой? Ты еще глупее, чем Луис. Он убил 5 моих людей. Он убил моего сына. Я научил его стрелять. И я научил его ездить верхом. Я своими глазами видел, как он убил 23 человека. 23, Роберто! И ты хочешь, чтобы я поверил, что их убил слепой? Мир катится ко всем чертям. Мы отправимся в Сан-Педро и возьмем серебро силой. Сэр. В прошлый раз мы потеряли 6. Наверняка они построили укрепление вокруг церкви. Он прав. Если бы мы... Нельзя ждать, пока все само придет к тебе в руки. Надо брать самому. Самнер, отправляйся в Чонто. Приведи сюда банду Мэки. Вместе мы сможем взять Сан-Педро. Да, сэр. Бык. Я поеду с тобой. Скачи в Сан-Педро. Найди этого слепого и убей его. Я убью слепого. Выколи ему глаза и принеси их мне. Посмотрим, кто тут у нас слепой. Держите, слишком много.
Вот и все. 90 килограммов. Вы ничего не забыли? Да. Говорят, эти сигары скатывают на бедрах кубинских девственниц. Это правда? Верится с трудом. Может человек помечтать? Да. Отнесите это ко мне в комнату, и мы в расчете. Мы так не договаривались. Серебро останется здесь, пока вы не приведете подкрепление. Хорошо. Но только не здесь. Канан. А что мне сказать, когда они увидят недостачу? Скажите, что 90 килограммов выпали из фургона по дороге, пока ваши ребята прятались в кустах. Сукин сын. Приходишь в нашу церковь, да? Убирайся отсюда! Проваливай! Хватит! Как ты смеешь? Как ты смеешь осквернять имя Господа нашего? Я велел тебе никогда не приходить сюда! Бум! Да. Бум! Вас это не касается. В чем дело, святой отец? Не любите конкуренцию? Убирайся отсюда. Мы не могли бы потушить сигару. Это подарок от правительства США. Это дурная привычка. Я знаю, но мне не хочется обижать наших славных ребят в синей форме. А вы на чьей стороне сражались? На Божьей. Господи! Больно? Боже! Не шевелитесь. Сделайте вдох. Сделайте вдох. Полегче. Она уже слишком большая для этого. Тогда приведите заодно с кавалерией корову. Может, вы ее слишком балуете? А может, ее мать не хочет, чтобы она сосала грудь у кого попала? Я приму это во внимание. Вам нужно прилечь. Вам надо отдохнуть пару дней, прежде чем ехать. Я поеду сегодня вечером. Не советую. Так велит доктор? Да, так велит доктор. Знаете что? Я приму это во внимание. Как тебя зовут? Фаулер. Эрни Фаулер. Можно просто Эрни. Меня все так называют. Эта дыра выглядит так же паршиво, как и пахнет?
Да вы что? Здесь сплошь красный атлас, золотая бахрома. Красиво, как в борделе в Сан-Франциско. Хрустальные люстра. Да, черт возьми. Здесь даже барная стойка из настоящего мрамора. Это мрамор из Италии. Ну и гораздо же ты врать. Я шучу. Да, сэр, но ведь раз вы все равно не видите, можете представлять, что здесь красиво. Ты мудрый человек. Я же бармен. Все-таки собираетесь уехать сегодня? Собираюсь. Можно сказать вам одну вещь? Выкладывай. Вид у вас неважный. Правда? А по-моему, я выгляжу отлично. Эрни? Сегодня я похож на рыцаря в сверкающих доспехах. Мистер Каннан. Возьмите мою бутылку. Очень щедро с твоей стороны. Этому бедняге нам нужна больше, чем мне. Я все слышал. Вы с ума сошли? Хотите меня убить? Что вы здесь делаете, черт возьми? А вам какое дело? Как вы сюда вошли? Дверь была открыта. Я тебя порежу. Пистолет разряжен. Тот пистолет разряжен. А этот заряжен. А теперь разряжен. Вы опоздали. Где бык? Убит. Я причастил его час назад. Он был лучшим из моих людей. Что вы еще мне расскажете, падре? Военные заключили сделку со слепым. Сегодня он отправится за подкреплением.
Мы будем ждать его. Алакран, военные насмехаются над моей церковью. Они плюют на пол. Они сквернословят перед алтарем. Алакран, скоро, падре. Вы должны верить. Поехали. Вперед, Алакран! В атаку! Вперед! Огонь! Огонь! Назад в строй! Сказал назад, в строй. Мама! Нет. Нет. Нет! Который час? Начало девятого. Утро или вечера? Вечера. Где мои очки? Здесь у меня. Не дайте ребенку молока. Не уезжайте. Эти ублюдки хотят меня убить. Мне это не нравится. К тому же уговор есть уговор, правда? У меня нет брата. Что? Я не знаю, где находится Лос-Порталес. Я солгала. Наверное, это совсем маленький городок. Вы останетесь?
Слишком поздно. Держите, сержант. Хорошо? Мы проезжали мимо военных в километрах 50 к западу отсюда. У кавалерии должно хватить людей, чтобы вытащить нас отсюда. Просто передайте им письмо. Вы сказали, что знаете, где были ваши люди во время перестрелки. Да, что? Значит, на колокольне никого не было? Верно. А священник? Священник? Он знает, что я уезжаю сегодня вечером. Черт, да об этом все знают. Да, конечно. Вы не пожелаете мне удачи? Просто убирайтесь к черту. Сойдет. Хватит стоять без дела. За работу. Едет. Давай. Стой, я сказал. Пропустите заключенного. Осторожно. Сюда. Как вас зовут, сэр? Канан. Мистер Канан, вам известно содержание этого письма? Он слепой, сэр. Это ясно без слов, рядовой.
Итак, я задал вам прямой вопрос. Да, мне приказали поговорить с командующим офицером. Командующий здесь я. Поздравляю. Вот что здесь написано. Податель письма согласился доставить его, лишь когда ему обещали 90 килограммов серебра. Это правда? Неужели вы решили вымогательством получить 90 килограммов серебра? Знаете, до города еще 50 километров, поэтому нам лучше поторопиться. Мне кажется, ваша помощь нам больше не понадобится. Нет? Я проехал через настоящий ад, и вам даже в кошмарном сне не приснится то, о чем я предпочел забыть. Держите его спокойно. Если с жителями этого городка что-нибудь случится, я найду вас. Я убью всех, кого вы когда-либо любили. Понятно? Солдат. Уведите его. Пошли. 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 Надо бы убить тебя за то, что ты его упустил. Но у меня предчувствие, что мне понадобятся все мои люди. Даже такое дерьмо, как ты. Отрежь ему ухо. Левое. Самнер? Да? Не здесь. Пошли. Пойдем. Нет, нет, нет. А где остальные? Скоро будут, сэр. Хорошо. Сюда идет кавалерия. О, Господи. Наверное, вам здесь очень скучно. Когда они вернутся, тебя повесят. Да, это внесет оживление в вашу жизнь. Что ты делаешь? Мух ловлю. Ты ее поймал. Давай еще раз. Надо же! Ты же ведь слепой! Это ясно без слов, рядовой. Проклятые животные. Вокруг никаких признаков жизни, капитан. Трупов стало больше. Думаю, они знали, что мы приедем. Они, наверное, уже на полпути в Мексику, трусы. Они бегут, поджав хвосты. Давайте покажем Гастингсу, что такое победа. Вперед! В атаку! В атаку! От того, что ты смотришь, они быстрее не появятся. Что? Что? Я говорю о подкреплении. Парень, если бы подкрепление пришло, оно уже было бы здесь. Сержант говорит другое. Сержант, он еще хуже. Думаешь, что говоришь? Парень, я уже 20 лет в армии. Я сражался под началом Шермана. Он был ублюдком, но он знал, когда надо отступать. Да, но у нас есть приказ. Приказ? Приказ. Это когда человек сражается за свою землю, или когда он пытается спасти жизнь друга, или за какую-нибудь великую идею. Но я никогда не думал, что дойдет до такого. Лучше замолчи. Есть только два пути. Либо мы отдадим им серебро, либо они убьют нас и заберут его. Вот потому-то ты и трус. Вот почему ты так считаешь. Трус? Парень, лучше быть трусом, чем дураком. Хватит, довольно! Хватит! Разойдитесь! Что здесь происходит? Ничего не происходит. Ничего, сэр. Хорошо. Я не потерплю, чтобы вы дрались. У нас есть общий враг, и у нас есть приказ. Приказ. Верно, солдат. Нам приказали охранять серебро и доставить его ценой своей жизни. Вы меня поняли?
Вы меня поняли? Да, сэр. Да, сэр. Хорошо. Хорошо. Подождите. Послушайте меня. Как по-вашему, что происходит, сержант? Не знаю. Следите за крышей. Спокойно, парень, спокойно. Что случилось? Слишком много... Много стреляли. Извините, пропустите, пожалуйста. Лежите, не двигайтесь. Слишком много, последний шанс. Все будет хорошо. Нет, никаких шансов. Успокойтесь, не двигайтесь. Все хорошо. Отойди от него, женщина. Ему нужна помощь. Ему нужен священник. Он умирает. Он уже умер. Господи, откуда он? Взгляни на него, он в руках Божьих. А теперь отойди от него. Молитесь за душу этого человека. Что скажете, сержант? Это ловушка. Сержант, это Раферти из пятой роты. Он хороший парень, мы вместе учились. Если это Раферти, то он стал бандитом. Ни один хороший солдат не дезертирует. Нет, сэр, он честный малый. Смотреть в оба. Кавалерия будет здесь с минуты на минуту. Хватит болтать и уберите тело с моего поста. Я сказал, хватит болтать. Будьте вы прокляты. Будьте вы прокляты. Уведите его. Ты убил моего сына. Так говорят. А что скажешь ты? Я хочу услышать это от тебя. Я скажу, что там было три человека, и всех их надо было убить. А он был одним из них. Отойдите. Идите. Скажи мне, слепой, ты знаешь, как пахнет страх? Кислым молоком. Мой сын Гектор. От него пахло кислым молоком? Нет. А от тебя, когда ты спросил, пахло? Жаль, что у тебя нет семьи. Тогда я смог бы отнять у тебя то, что ты отнял у меня. Но ты как собака или змея. У тебя есть лишь кровь в жилах, и я заберу ее у тебя. Каплю за каплей. Пока ты не сдохнешь.
Пока будешь умирать, подумай о жителях Сан-Педро. Тех, что приютили тебя. Они за это заплатят. Поехали. Поехали, у нас много работы, ребята. Что мы будем делать? Сержант. Следовать приказу. Охранять серебро. У нас всего 6 человек. Будем ждать подкрепления. Сержант, подкрепления не будет. Все погибли. Все знают, что они погибли. Я этого не знаю. Но допустим, что это правда. Что, по-твоему, мы должны сделать? Надо сдаться и отдать им серебро. Еще будут предложения? Хорошо. По местам. Где же известь? Ты так и будешь стоять или все-таки поможешь?
молимся. Ради Господа и моей Родины, и ради меня, любимого. Алакран. Вы обещали выгнать еретиков из моей церкви. Завтра, падре. Сначала я позавтракаю, выпью мескаля, а потом мы убьем всех военных, а потом мы пойдем в церковь, и вы отслужите мессу. Я слишком долго ждал. Я хочу, чтобы они немедленно убрались из моего города. Папа. Вашего города. Сан-Педро принадлежит мне. Из уважения к нашему Господу я пощажу церковь, но город сожгу. Вы еще хуже, чем военные. Это правда. Но, по крайней мере, мы добрые католики. А теперь лети, птичка. Дай моим людям отпраздновать победу. Завтра. Динамит? Лекарство. Да. Все готово. Кстати, у них там есть медсестра. Хорошенькая? Очень. Отлично. Приведите ее ко мне после похорон. Я ей покажу лекарства. Роберто. Что? Возьми Ремика, собери заложников и запри их в таверне. Сторожи их, пока мы не похороним Гектора. Но тогда я пропущу похороны. Ты не заслужил чести молиться за душу Гектора. Я мог убить слепого.
Кто похоронил моего брата? Я не буду спрашивать во второй раз. Где Гектор? В могиле. На холме. Выкопай его. Алакран хочет устроить моему брату достойные похороны. Он пролежал в могиле 3 дня. Ну и что? Заткнись и выполняй. Я его выкопаю. Давай. Вы хотите получить серебро? Да. Мы возьмем его. Да. Мы заберем его. Сержант! Пора отдать серебро. Придите и возьмите. Не заставляйте нас проливать кровь невинных. Если вы выйдете, мы вас отпустим. Иди к черту. Сержант, вы очень глупый человек. Ваши люди столь же глупые. Мои люди — солдаты кавалерии Соединенных Штатов. Они готовы умереть за свою страну. При всем уважении, сэр, вы просто спятили. Не стреляйте. Посмотрим, подождите. Не стреляйте, он мертв. Мы выходим. Пошли. Хорошо. Это могила для меня? Я выкапываю Гектора, чтобы Алакран снова похоронил его. Он сумасшедший? Нет. Он просто расстроен. А вот я... Я сумасшедший. Ремик, сторожи их. Пойдем со мной. Пошли. Положи ребенка. Все хорошо, все хорошо. Положи. Нет. Нет. Самнер прав. Ты очень красивая. Мой отец поимеет тебя после похорон Гектора. Лучше я поимею тебя прямо сейчас. На этот раз я порежу ребенка. Ясно? Да? Ясно. Хорошо.
Хорошо. И без глупостей. Давай. Давай. Хорошо. Бросай нож. Бросай нож. Ты любишь яйца, сынок? Всмятку. Алакран хотел открытый гроб. Святой отец, он распух. Вы будете служить мессу? Кто же еще сможет ее отслужить? Не стоит вам сегодня служить, святой отец, только не сегодня. Не говори глупостей. Пойдемте ко мне, мы обо всем поговорим. После похорон. Нет. Прошу вас. После похорон. Он не придет. Кто? Отец Мэллоу. Ну что ж, мы зажжем за него свечку. Давайте встанем из уважения к боссу. Соболезную. Прояви уважение. Все готово? Да, сэр. Ты сказал Мэки, чтобы он принес серебро Гектора? Оно здесь. Где? Я хочу положить его в гроб. В чем дело? Он тянет шнур. Они убьют нас. Черт возьми. Подними его. Извини, подними его. Я же просил, чтобы гроб был открыт. Дьявол! Будь ты проклят! Бум! Нет! Гроб! Черт. Вынесите гроб из моей церкви. Убирайтесь и заберите этот гроб. Ради бога, уходите. Господи.
Слепой. Слепой. Ты меня слышишь? Я тебя не слышу. Но я тебя вижу. Вас обоих. Бедолага. Теперь ты не только слепой, но и глухой. Нет глаз, нет ушей. Ты просто червяк. Это за моих ребят. А это за Гектора. Я тебя не вижу и не слышу. Но от тебя воняет. Сходи, помойся. Что-нибудь нашел? Ничего. Серебро разбросано по всему городу. Постройте на него новую церковь. У нас нет священника. Черт, ничего, в мире их полно. А вот и Люсиль. Держите. Да. У вас точно нет брата в Лос-Порталесе? Я бы хотела знать, где он находится. Я всех спрашивала, но никто не знает. С вами точно все будет в порядке? Все будет хорошо. В ушах больше не звенит? Что? Нет. Больше не звенит. А вдруг он солгал? Тот человек, которого вы убили. Может быть, нет никакого Лос-Порталеса? Может быть. Но я обещал. Я знаю. Вам нравится имя Нел? Нел?
Для малышки. На время. Так звали мою мать. По-моему, прекрасное имя.